27 августа 1981 года. Хоккеист Валерий Харламов не мог уснуть всю ночь. Он подавлен и рассеян, но впереди тренировка, и пропустить ее нельзя. Он просит сесть за руль свою жену. На Ленинградском шоссе ему становится еще хуже. Кружится голова, пробирает озноб. Он уже решает вернуться домой, как вдруг внезапно на абсолютно ровном шоссе машину заносит влево. На бешеной скорости автомобиль вылетает на встречную полосу. 1995 год. Поезд Санкт-Петербург-Москва. Артистка Ольга Волкова навсегда покидает родной город. Только сейчас в плацкартном вагоне она осознала, что натворила. Ее накрывает волна ужаса. В 56 лет она поставила на карту все, что у нее есть. Успешную карьеру, счастливую семью. Но примет ли столица смелую авантюристку? Поверит ли ее слезам? 2016 год. Лыткаринское шоссе. 2 часа ночи. Молодая девушка едет домой за рулем автомобиля. Моросит дождь. По дороге стелется туман. Внезапно прямо перед лобовым стеклом появляется темноволосая женщина в свадебном платье. Визг тормозов. Резкий поворот руля. Машина улетает в кювет. Чудом выжившая автоледи выбирается из автомобиля и замирает от ужаса. Прямо на ее глазах невеста растворяется в воздухе и при этом манит ее за собой. 2012 год. Страну накрыла волна кровавых ДТП. В разных областях России на ровных и неизвилистых участках трассы разбиваются тысячи автомобилей. Каждый день госавтоинспекция публикует сводки о чудовищных авариях, которые мистическим образом происходят на одних и тех же местах. Экстрасенсы уверены, это не простое совпадение, а проделки нечистой силы. И помочь может только черная магия. С самых давних времен люди знали о существовании гиблых мест, которые как будто притягивали кровавые трагедии и массовые смерти. Со временем население росло, свободных территорий становилось все меньше, дороги стали прокладывать даже через кладбище. Не потому ли в ДТП погибает такое количество людей? Может быть, души мертвых мстят за потревоженный покой? На Руси при прокладывании дорог на расчищенных просеках развешивали куски сырого мяса. Те места, где мясо сгнивало быстрее, огибали. Считалось, что плоть поедали злые духи, а значит, это их вотчина, и лезть на их территорию не следует. Там же, где мясо долго сохраняло свежесть, хорошая благостная атмосфера. Можно строить дома и прокладывать дороги. Путникам в таких местах бояться нечего. Очень часто обращались к домашним животным, потому что в таких местах домашнее животное очень сильно меняло поведение. Определяли с помощью лозы ореховой. Или, например, как при строительстве Санкт-Петербурга, когда расчищали просеки, то подвешивали куски сырого мяса. То есть испокон века люди хотели избегать подобных мест, не строить в таких местах жилья, домов и не делать дорог. Даже когда дороги еще не были асфальтированными и представляли собой ямы да ухабы, они пользовались в народе дурной славой. Поэтому и в путь всегда отправлялись засветло. Те же, кого в дороге заставала ночь, рассказывали страшные, леденящие кровь истории о призраках, которые ищут припозднившихся путников, чтобы напугать их до смерти и вселиться в их тело. Призраки дорог, по преданиям, всегда агрессивны и жестоки. Они невольные пленники, застрявшие между миром живых и миром мертвых. И люди вызывают у них зависть и злобу. У каждого места есть свой хранитель. И если этот хранитель, скажем так, погиб, был убит несправедливо, то он начинает влиять на место, влиять на людей, которые там находятся. Автомобильные аварии,
одна из самых распространенных причин смерти. На дорогах ежедневно погибают тысячи людей. Есть ли способ защитить себя и своих близких? Действительно ли практически в каждом регионе России есть аномальные зоны, где постоянно случаются аварии со смертельным исходом? И правда ли, что так называемые проклятые дороги можно очистить при помощи специальных обрядов, и тогда череда смертей прекратится? Май 1976 года. Прославленный хоккеист Валерий Харламов со своей женой Ириной поехали в гости к друзьям. Дорога была сухая и ровная. Ничто не предвещало беды. Внезапно руль в руках Валерия хаотично задергался то влево, то вправо. Словно управлять автомобилем начала некая неведомая сила. Автомобиль съехал с дороги и врезался в столб. Хоккеист получил многочисленные переломы ног, ребер и сотрясение мозга. Супруга Харламова также получила травмы. Они чудом остались живы. Их спасло лишь то, что свидетели аварии сразу же вызвали скорую и пострадавших без промедления доставили в больницу. Мы на следующий же день приехали к нему в больницу. Там он лежал в Борденко. Ну, вот в аварии. Но с ногой было, конечно, сложный процесс. Он долго не заживал, я даже не знаю, сейчас не могу сказать, сколько месяцев. Но то, что я видел, как он старался снова попасть в основной состав и в тройку, ну, это был кошмар. Он не спал ночью, я помню, я сам, и он по снегу, вот по грудь в снегу, и все бегал и ногу разрабатывал, но он все-таки вышел. Не была ли та авария 76-го года дурным знаком, страшным знамением? Врачи буквально собрали ногу знаменитого хоккеиста по кусочкам и строго-настрого запретили ему продолжать карьеру профессионального спортсмена. Какой там хоккей? Медики сомневались, сможет ли он ходить. Но без хоккея Валерий Харламов не мыслил себя. Вопреки прогнозам врачей, он продолжил упорно тренироваться и уже осенью того же 76-го года вышел на лед. Тем самым совершил невозможное и в очередной раз доказал свою невероятную силу духа и твердость характера. Это только огромная сила воли, наверное. Вот. И огромная сила его воли и любовь к хоккею. Вот, потому что по-другому, наверное, никак. Ты не заставишь себя. Либо ты сдашься, либо ты будешь делать все возможное и невозможное, чтобы вернуть свои спортивные кондиции, чтобы залечить ногу. Ну и, конечно, я считаю, на тот период, конечно, сыграл огромную роль врачи, конечно, которые делали все эти операции, собирали ногу. Только так. 16 ноября 1976 года Харламов вышел на матч против Крыльев Совета, понимая, что любое неверное движение или силовой прием противника может пустить на смарку все его усилия и труды врачей. Однако на льду он словно становился сверхчеловеком, мощным, быстрым, несокрушимым. Уже на четвертой минуте Харламов забил гол, который был встречен овацией трибун. Ему аплодировали даже соперники. Это была уверенная победа ЦСКА 7-3 и победа Харламова над самим собой. Он любил и умел рисковать и не останавливался ни перед чем на своем пути к вершине спортивного олимпа. Люди, у которых такие конфигурации, там Марс, Плутон, именно самые мощные планеты, с одной стороны, это планеты, связанные со спортом, с другой стороны, это планеты риска, они находятся в восьмом доме. Часто, так сказать, это высокий травматизм, высокая опасность аварии, высокая опасность ранней смерти. Вы знаете, парадоксальная вещь, но вот этот самый восьмой дом, дом смерти, он дает человеку удивительную способность к регенерации. То есть люди такого типа либо гибнут, либо если не гибнут, то восстанавливаются до предыдущего уровня, а чаще даже еще больше. Однажды на улице к Харламову подошла старая цыганка, посмотрела на его ладонь и отшатнулась со словами: «Смертник, ты умрешь в 33 года».
что за кармическая предначертанность? Почему звезда гениального советского хоккеиста должна была закатиться так рано? И почему именно дороги несли для него смертельную опасность? Сын Валерия Харламова в эксклюзивном интервью нашей программе рассказал, что его отец и родился так же, как умер, в машине. Что это? Совпадение? Случайность? Или злой рок? У нас таких случаев, наверное, очень много происходит, когда люди не успевают до роддома доехать. Я думаю, ничего страшного. Ну, а то, что потом так совпало, что родился в машине, получается, и погиб в машине. Такие стечения обстоятельств. Мастера слова часто сравнивают жизнь с дорогой. Каждый из нас проходит свой путь. У кого-то он короток, у кого-то долг. Одних ждет тернистый путь, других – прямая и ровная тропа. Но все наши дороги в итоге приведут в одно место – загробный мир. И только там мы узнаем, верным ли был наш путь и туда ли мы свернули на перекрестках судьбы. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой, такой страны не знаю. Не знаю другой страны. Нигде не была. Никогда. Ольга Волкова, королева эпизода, никогда не боялась маленьких ролей. Пока коллеги мечтали о главных ролях романтичных див, Ольга Владимировна соглашалась на любые режиссерские предложения. Ее жеманные дурочки, официантки, гувернантки, старухи получались настолько гениальными, что зрители влюблялись в них с первого взгляда. Ильдар Рязанов однажды сказал про нее: «Одной фразой она может рассказать всю жизнь героине». Виолетта, привет! Ты что, меня не признаешь? Откуда же я знаю, можно тебя признавать или нет? Знакомься. Платон Сергеевич, пианист. Очень приятно. Виолетта. Мне тоже очень приятно. Что будете заказывать? Про таких, как Ольга Волкова, говорят. Она пробивает экран. Сама актриса шутит, что в ней столько энергии, что хватило бы на освещение целого города. Актеры, считает Ольга Владимировна, так же, как экстрасенсы, делятся своей энергетикой с людьми, приобщая их к прекрасному и даже исцеляя. Сама актриса обладает невероятной интуицией, граничащей с паранормальными способностями. Я не преувеличиваю своих возможностей, но какая-то болгарка поймает меня за руку на каком-то кинофестивале. Она сидела ко мне спиной, сказала: «Вы знаете, что у вас есть экстрасенсорные способности?» Я говорю: «Даже не смею об этом думать». Она говорит: «А я вам говорю». Ну, я, правда, отменила пару диагнозов у своих знакомых, интуитивно. Именно интуиция помогла актрисе принять правильное решение на, пожалуй, самом важном перекрестке ее судьбы. 1995 год. Жизнь Ольги Волковой сложилась, уравновесилась. На тот момент она играла в Питерском Большом драматическом театре уже больше 20 лет. Она признанная известная артистка и счастливая женщина. Третий брак с художником Владимиром Ховролевым дарит ей любовь и гармонию. И, казалось бы, все хорошо. Впереди долгая светлая дорога. Но на душе у артистки неспокойно. Ей хочется участвовать в антрепризах, больше сниматься в фильмах. И она все чаще задумывается о переезде в Москву. Знакомые говорят, что в возрасте 56 лет так кардинально менять свою жизнь неразумно. Но Ольга Владимировна твердо стоит на своем, словно высшие силы подталкивают ее принять это решение. Да, я думаю, что для нее это просто было неизбежно для того, чтобы продолжить дальше реализовать себя, она должна была переехать. Юпитер вышел на вершину 9-12 дома, смена, принципиальная смена места жительства, переезд куда-то далеко, тогда возможность реализации. Если бы она осталась в Питере, я думаю, она бы просто остановилась на том уровне, где она была.
Ольга Волкова верит, что на каждом участке жизненного пути нам встречаются проводники, люди, помогающие выбрать правильное направление. Эти порой мимолетные встречи имеют поистине судьбоносное значение. В 1994 году в Питерский Большой драматический театр приехала труппа из Грузии. Тогда Ольга Волкова переживала тяжелый период безработицы. Она вспоминает, что в тот день ноги сами повели ее в буфет. За столиком сидел одинокий мужчина. Внезапно Ольга Волкова почувствовала непреодолимое желание подойти к нему и попросить какую-нибудь вещь на счастье. Ей показалось, что если она этого не сделает, то упустит самый важный шанс в своей жизни. Сидит человек, грузин. Я не знала, что это Кахи Кавсадзе. Хотя по фильму там уже прошел «Белое солнце пустыни» прошло. Сидит он в черной рубашке, которую он играет в какой-то головной убор, ест борщ. И вдруг я швырок делаю к нему, как это бывает, ну, на подсознание. Что-то мне надо. Я говорю, я... Ничего мне от вас не надо, ни ребенка рожать, ни романа, ни денег не прошу. Я тоже артистка, дайте пуговицу. Вот это вера в пуговицы. Он, опупев, вывернул и отдал пуговицу мне. Через 2 недели я просто получила 3 предложения от кино. Так Кахи Кавсадзе стал для Ольги Волковой добрым ангелом и проводником. На нее, как из рога изобилия, посыпались предложения от ведущих режиссеров страны. Актриса поняла, это неспроста. Это знак того, что нужно ехать в столицу, в Москву, и там ловить фортуну. Колеса поезда «Санкт-Петербург-Москва» монотонно стучат. За вагонными окнами проносятся бескрайние леса и поля. Ольга Волкова размышляет. Как встретит ее Москва? Какие испытания уготовила ей столица? И правильно ли она выбрала путь? Туда ли повернула на перекрестке своей судьбы? Участки трасс с повышенной аварийностью в народе называют дорогами смерти. Такие места словно притягивают страшные ДТП. Водители, оказавшиеся на проклятых дорогах, рассказывают страшные истории. Их до смерти пугают призраки, бросающиеся под колеса, и незваные пассажиры, ниоткуда появляющиеся в салонах автомобиля и затем исчезающие. 1989 год. Свадебный кортеж несется по Лыткаринской трассе. Молодожены и их гости спешили в Томилинский лесопарк, чтобы сделать на природе несколько красивых фотографий. Внезапно из-за поворота на большой скорости вылетел многотонный грузовик. Сильный удар, и машина превратилась в груду металлолома. В той аварии не выжил никто. Невесту похоронили в белом платье. С тех самых пор Лыткаринскую дорогу словно прокляли. Ежегодно на ней происходят сотни страшных аварий со смертельным исходом. Местные жители говорят, что всему виной неупокоенный дух невесты. Она не может смириться со своей смертью и продолжает искать среди автомобилистов своего жениха. Я была сама свидетельницей этого ощущения, но не видела ни самой невесту. Я просто рано утром возвращалась на машине домой и была одна в машине. И когда я проезжала дорогу вот этой смерти, ощущение было, как будто кто-то присутствует в машине. Мне даже было страшно посмотреть в заднее стекло обозрения. Несколько месяцев назад Анна Иванова чуть не погибла. В час ночи она возвращалась домой в Лыткарино по дороге смерти. Погода была хорошая, ничто не предвещало беды. Внезапно прямо перед капотом автомобиля появилась девушка в свадебном платье. Анна нажала на тормоз. Машину занесло в кювет. Автомобиль чудом не перевернулся. Отойдя от шока, девушка выбежала из машины, но никакой невесты на трассе не было. В воздухе витала лишь белая полупрозрачная дымка, похожая на фату. Что это было, Анна не может понять до сих пор. Ощущение такое неприятное, как будто холод внутри и по коже пробегает. Тут я смотрю, резко появляется силуэт женщины, как будто в фате. Я по тормозам. Машину уводит вправо. Пока я останавливаюсь, поднимаю глаза, весь туман рассеялся. Дорога прямая.
И этот холод я не забуду никогда. Что же на самом деле происходит на Лыткаринской дороге смерти? Неужели это действительно проклятое место, обитель злого духа, которую нужно обходить стороной? Наша съемочная группа вместе с охотником за привидениями Ильей Сагляни отправилась на 73-й километр шоссе, где регулярно происходят страшные ДТП с летальным исходом. На часах 1:30 ночи, час быка, время, когда потусторонние сущности проявляются в нашем мире. Будьте осторожны. Для обычного человека, не обладающего экстрасенсорными способностями, ночная встреча с призраком может оказаться смертельно опасной. Итак, если на Лыткаринской трассе действительно обитает дух невесты, то самое время ей показать себя. Мы находимся фактически в эпицентре гиблого места. Тепловизор не выдает никаких пока температурных аномалий. Внезапно приборы охотника за привидениями словно вышли из строя и начали показывать неправдоподобные значения. Через тепловизор он увидел женский силуэт. Невероятно, но наш эксперимент увенчался успехом. Нам удалось зафиксировать паранормальную активность на Лыткаринской трассе. Вокруг призрака действительно некое белое облако, словно фата. Неужели легенды о невесте – чистая правда? Вот сейчас, какое-то странное тепловое пятно сейчас фиксирую. Такое ощущение, что нечто прошло прямо вдоль лесополосы. Очень ярко-оранжевого цвета объект. Очень странное пятно, прямо я сейчас фиксирую. Почему призрак настроен так агрессивно? Зачем невеста отбирает жизни у автомобилиста? И можно ли успокоить ее заблудшую душу? Нам удалось разгадать тайну самого зловещего призрака Подмосковья. Августа 1981 года страну парализовала ужасная новость. В автомобильной аварии погиб знаменитый хоккеист Валерий Харламов вместе со своей супругой. У них осталось двое маленьких детей – 5-летний Александр и 3-летняя Беганита. Мы были на даче с бабушкой, остались я, сестра. Там буквально через какие-то часы к нам приехала милиция, и бабушке все рассказали. Что послужило причиной аварии? Есть несколько мнений. Одни говорят, что в ту ночь лил сильный дождь, и машину повело на скользкой дороге. Другие считают, что виновата Ирина Харламова, которая попросту не справилась с управлением. Ну нет, дождь, вот плохая погода, там укладывали асфальт, там был неровный асфальт, и знаете, одно нелепое движение рулем, и от этого мужчины там не застрахованы. Вот, ну и так повело машину, и так получилось. На месте гибели хоккеиста установлен памятник. 500-килограммовая мраморная шайба и клюшка с выгравированной надписью «Здесь погасла звезда русского хоккея». Мы отправились на 74-й километр Ленинградского шоссе вместе с сильным экстрасенсом, который обладает способностью видеть события прошлого. Мысленно она погрузилась в события 35-летней давности и рассказала нам то, что ей удалось увидеть. У меня идет дорога, она ровная, нету ни ям, ни кочек, но небольшой как съезд, может быть, вот когда кладется асфальт, может быть, чуть съезд, но при этом было немножечко как то ли сыро, то ли влажно, то ли дождь. Как подскользнулись, вот знаете... Как, и вот машину, ее понесло, и женщина нажимает на тормоза. Перед глазами у Валерия вижу что-то синего цвета. Скорее всего, это объект, в который они въехали. Валерий планировал завершить карьеру в 1982 году. Его «Лебединой песней» должен был стать легендарный Кубок Канады 1981 года. Однако в последний момент, когда команда уже паковала вещи перед отправкой в аэропорт, Харламова отцепили. Грубо, без церемоний.
Никто из напарников легендарного хоккеиста так и не понял, почему все нужно было обставлять именно так. Для Харламова это стало страшным ударом. Опыт его, конечно, был важен для такого турнира. Уважение к нему было беспредельное. Вот, и вдруг мы вот, он приехал в автобус, выезжая в аэропорт, вдруг его вызывает Тихонов к себе, и через какое-то время он возвращается в автобус, говорит: слушай, меня отцепили, берет сумку, клюшки, и выходит из автобуса. Конечно, такая, как вот сейчас картинка эта стоит. Вот, и автобус трогается, а он стоял, в общем, как будто прощался так всем. Помахал, и сказал, когда выходил из автобуса, я буду за вас болеть. На людях Харламов не подавал виду, насколько тяжело ему было пережить то, что ему отказали в чести последний раз представить свою страну на турнире такого высокого ранга. Однако в душе очень переживал, мучился бессонницей. В ночь перед аварией тоже не спал, а утром проснулся разбитый. Голова была как в тумане, потому Харламов и попросил сесть за руль с женой Рену. Кто же знал, что эта поездка станет для него последней? Это было таким горем всенародным. Вот. Для нас это было таким... Сложно было понять, что вчера вот его Тихонов высадил из автобуса, который ехал в аэропорт, а сегодня его уже нет. Советские хоккеисты хотели срочно вернуться из Канады и отложить турнир. Но потом все же решили остаться и посвятить игру памяти своего великого товарища. Как знать, может быть, если бы он поехал на турнир вместе со своей командой, ничего бы не произошло, но случившегося не изменить. Так или иначе, за отведенные ему 33 года он успел сделать очень многое и стать одним из самых выдающихся спортсменов в истории советского спорта. Смерть Харламова была предначертана. Это была кармическая смерть. Потому что все свое предназначение, которое он должен был выполнить в этом воплощении, он выполнил. То, чего он должен был добиться, он добился. Он должен был уйти из жизни в возрасте Христа, в возрасте 33 лет, потому что все его деяния были во благо своей Родины, во благо человечества, и они были светлыми и были чистыми. Поэтому высшие силы посчитали, что предназначение его выполнено. Перекрестки издавна считаются местами силы, аномальными зонами. Именно на пересечении дорог колдуны и маги проводят свои ритуалы. А обычные люди, оказавшись ночью на перекрестке, испытывают беспокойство и страх. Так же и перекрестки нашей судьбы. Оказавшись на развилке, человек боится ошибиться и выбрать неправильный путь. Ведь от этого решения зависит вся его дальнейшая жизнь. Москва встретила питерскую актрису Ольгу Волкову головокружительным объемом работы. Предложения сыпались отовсюду. Не было ни единой свободной минуты, и роли получились яркие, цельные. Зрители и даже суровые критики аплодировали стоя. В 2003-м за гениальную роль Бабы-Яги в фильме «Сказ про Федота Стрельца» Ольга Волкова получила премию «Золотой орел». 30 лет я брала Москву. 30 лет я из Питера сигала в Москву. Меня приглашали, потом приезжала, мне отказывали. Я предлагала сама. Мне дарили надежду, отказывали. Каждый раз я проклинала, думаю, никогда в жизни больше не вернусь к этому вопросу, но весной я снова летела в Москву. 30 лет, и вот спустя 30 лет Москва открыла объятия, приняла меня. То ли помогала магическая пуговица Кахи Кавсадзе, то ли невероятная трудоспособность, то ли просто-напросто Волковой улыбнулась удача. Решение перебраться из Петербурга в Москву актриса считает самым важным в своей жизни. Хотя, оглядываясь назад, удивляется собственной смелости. Ведь не было никаких гарантий, что новый город примет. Только интуиция подсказывала, что все будет хорошо.
первый оборот Сатурна человек работает в сфере, как бы выстраивает прочность в физическом мире. Второй цикл Сатурна в прочности в эмоциональной, что ли, сфере, в духовной сфере. А следующее – это, собственно, последний – это выбор своего пути. Это уже прочность, построение третьего этажа своего. Поэтому часто именно на этих оборотах происходит принципиальная перемена линии жизни, поворота линии жизни. Вот она как раз вписалась очень хорошо в график. Дружелюбно столица встретила и супруга Ольги Волковой, художника Владимира Ховролева. Его талант не остался незамеченным. Артистка помогала ему и оберегала его как могла. И здесь, в Москве, ее интуиция заработала с тройной силой. Однажды Ольга Владимировна спасла своего мужа от верной смерти. Второй инфаркт я предупредила, даже остановка сердца. Я погнала его в больницу, почему, не знаю. Он после гриппа пилил что-то. Я говорю, нет, ты поедешь в больницу. Делать кардиограмму. У него была остановка сердца в больнице. И врачи спрашивали, покажите эту женщину, которая вас прислала. И так подныривала несколько раз. Актриса отдавала все свои силы, чтобы продлить жизнь обожаемого супруга. Он умер во сне 5 марта 2015 года. Ольга Волкова отпустила его и написала книгу «Перекрестки судьбы», на страницах которой искренне и честно поведала читателям историю своей жизни со всеми ее перипетиями. Артистка и по сей день полна творческой кипучей энергии. В ее возраст невозможно поверить. У нее большая семья, которую актриса любовно прозвала «Волчьей стаей». Много работы. А что еще знаменитой артистке, да и просто мудрой женщине, нужно для счастья? Я продолжаю брать какую-то высоту. Я иду и иду вверх. Я имею в виду вверх не к успеху, не к достатку, а жизнь – это наверх идет. Такой серпантин, но в гору. Но никак не с горы. Экстрасенс Демид Воронцов пытается установить контакт с потусторонним миром. Древнее заклинание и огонь горящей свечи помогают экстрасенсу проложить дорогу в мир мертвых. Дело в том, что я чувствую очень плотную материю. Помимо духа невесты есть еще один очень зловещий и сильный дух. То, что узнал Демид, навсегда изменит легенду о лыткаринской невесте. Невероятно, но душа погибшей девушки забирает жизни у автомобилистов не по своей воле. Во время спиритического сеанса призрак поведал экстрасенсу, что неподалеку от проклятой дороги есть древнее языческое кладбище, на котором в конце 19 века была захоронена черная графиня. В своей земной жизни она занималась колдовством и черной магией, изводила сосвету людей, и даже после смерти ее душа не желает упокоиться с миром. Собственно, если уйти глубоко в историю, есть факты, что именно черная графиня занималась колдовством, да, и совершала там некие обряды. И это место мы тоже исследуем по сей день. Это аномальная зона, очень мощная. И, собственно, когда мы туда приехали первый раз с аппаратурой, мы там зафиксировали очень сильный магнитный фон в этом месте. Час ночи. Демид Воронцов пытается найти могилу черной графини. Призрак невесты показывает ему путь. Кажется, вот оно, то самое место. Здесь должно лежать тело злой колдуньи. Однако экстрасенс утверждает, что дух покойной графини находится за пределами кладбища. Ну, здравствуй, графиня. Как я и предполагал, что она будет отдельно стоящая. Потому что, если вы обратите внимание, все остальные могилы стоят как-то друг к другу ближе. Здесь прям как будто специально, когда хранители знали о том, что она владела определенной силой, темной силой, и она даже не терпит рядом с собой соседей. Это точно она, поэтому, собственно, здесь я и буду проводить дальше ритуал. Да. В данный момент ее здесь нет. То есть захоронение есть, а самого фантома он где-то блуждает. Демид окропляет могилу святой водой.
Земля возле надгробия шипит и дымится. Призрак графини сопротивляется, не желая покидать мир живых. Но она бессильна. Древние латинские заклинания обладают могущественной силой. Очистительная энергия огня и святой воды помогают экстрасенсу справиться со злым духом. Графиня вынуждена отправиться в царство Аида и освободить мятежные души своих рабов, в том числе несчастной невесты. Этот сам обряд привязывает фантом к месту захоронения, к своим, так назвать, хоромам. Да, и после этого дух уже именно отсюда отправляется в то место, которое и было ему уготовано. После этого обряда больше не должно быть никаких смертей, по крайней мере, связанных именно с этим. И если нам посчастливится, может быть, все-таки наша аппаратура сможет зафиксировать тот самый фантом этой графини. Нашей съемочной группе удалось сделать шокирующие кадры. На видеозаписи отчетливо видно, как темный силуэт медленно направляется к могиле и скрывается за надгробием. Однако, чтобы удостовериться в том, что графиня больше никогда не потревожит живых, необходимо совершить еще один ритуал, непосредственно на Лыткаринской трассе. Эта дорога видела много боли, крови и слез, но дым благовоний, огонь свечей, святая вода и священные кресты помогут очистить пространство. Здесь тебе не быть. С этого часа, с моего наказа, про это место тебе навсегда забыть. Отпускаю, отпускаю, отпускаю. Теперь Лыткаринское шоссе можно вычеркнуть из списка аномальных зон. Водители могут быть спокойны. Призраки больше никого не потревожат. Они упокоились с миром. Теперь безопасность водителей находится только в их собственных руках. Призраки дорог. Кто они? Неупокоенные души погибших в автокатастрофах людей, демоны из потустороннего мира, энергетические сгустки. К сожалению, мы не можем ответить на этот вопрос. Но можем с уверенностью сказать, что призраки могут напугать, но не могут причинить зла. И если вам довелось собственными глазами увидеть призрака, то главное – сохранять спокойствие. И не выпускать из рук руль. Есть совершенно обычные, на первый взгляд, участки дорог. Широкие, прямые, ровные, на которых, тем не менее, происходит огромное количество ДТП. Обочины таких гиблых трасс усеяны крестами и памятниками. Родственники устанавливают их в памяти погибших, но экстрасенсы предупреждают, делать этого ни в коем случае нельзя. Могильная энергетика креста провоцирует аварии и привлекает новые жертвы. Ставить памятники, оградки возле дороги, конечно, неприемлемо. Психологически это очень плохо влияет на человека, который едет по этой дороге. Он уже начинает переживать. И как бы, если человек энергетически, психически слабоват, он может начать бояться. А страх, он не способствует удачному и хорошему вождению. То есть само психологическое вот это воздействие памятников и оградок, оно уже может притянуть аварию к этому месту. На территории Московской области, да и всей России, масса дорог, которые в народе прозвали проклятыми. Сергей Корзари несколько лет занимается исследованием аномальных трасс. Мы попросили его указать на карте самые опасные дороги, на которых чаще всего погибают люди. Следует отметить, ну, во-первых, конечно же, Лыткарино. Во-вторых, это подъезды к Сергиевому Посаду. В-третьих, это огромное количество мест в Шатрусском районе, но я бы вот выделил вот один из наиболее известных. И подъезды к городу Воскресенск. Экстрасенс Денис Холодницкий утверждает, места с повышенной паранормальной активностью, в том числе проклятые дороги, излучают холод. Когда человек оказывается в таком месте, его пробирает озноб.
Даже сейчас, когда экстрасенс при помощи маятника пытается определить гиблые дороги, он чувствует могильный холод, исходящий от них. В первую очередь я бы хотел выделить трассу на Подольск. Есть место, которое вызывает у меня массу вопросов. Оно недалеко находится с Быковкой. Также хотелось бы сказать, что есть область рядом с Люберцами, которая явно является негативной. Скорее всего, на этой трассе тоже очень много аварий. Исследователь аномальных зон и экстрасенс указали на карте Московской области одни и те же места. Присмотритесь к этим точкам внимательнее. Если их соединить линиями, то получатся кресты. Это места, отмеченные нечистой силой. Там правят демоны. Именно поэтому на этих участках дорог и происходит ДТП. Что по большому счету сам символ, крест, символ перекрестка, это в первую очередь, это не христианский символ, на самом деле это очень-очень древний языческий символ, которому многие-многие тысячи лет. Мы их видим на храмах, барельефах по всему миру. И крест, в первую очередь, это, во-первых, символ огня. Экстрасенсы советуют, если вы опасаетесь за свою жизнь и жизнь своих близких перед дальней дорогой, проведите простой ритуал. Бросьте на трассу, по которой поедете, несколько монет. Таким образом, вы откупитесь от злых духов, и они не потревожат вас. Вы сможете спокойно завершить ваш путь. Вы возьмите мелочь в правую ладонь и бросьте через левое плечо со словами «Откупаюсь, откупаюсь, откупаюсь». Вот так. «Откупаюсь, откупаюсь, откупаюсь». Да будет так. Ученые признают существование геопатогенных зон. Подземные водотоки, неоднородности в земной коре, тектонические нарушения могут негативно влиять на здоровье человека, вызывать внезапную слабость, галлюцинации, потерю сознания. Служители церкви освящают такие места святой водой, и часто это действительно помогает, и череда кровавых ДТП прекращается. Работают и обряды, которые экстрасенсы рекомендуют проводить перед дальней дорогой. Для тех, кто верит в призраков дорог, такой обряд станет хорошим способом обезопасить себя и своих близких. «Пути Господни неисповедимы» – хрестоматийная фраза из Библии. Лишь одному Богу известно, что ждет нас впереди, и будет ли тяжелой или легкой наша дорога. Однако у каждого из нас в жизни бывают переломные моменты, перекрестки судьбы, когда выбор дальнейшего пути зависит только от нас. И главное – не ошибиться и пойти по правильной дороге. Помните сказку про Илью Муромца, когда герой оказался на распутье? Направо пойдешь – коня потеряешь. Налево пойдешь, смерть найдешь, прямо пойдешь, счастье обрящешь. Так и в реальной жизни. Каждый из нас оказывается на перекрестке судьбы. Только вот указателей на нем нет. И тут главное не испугаться и сделать шаг на ту дорогу, которую подсказывает вам сердце.